Дата выхода – 2 марта 2020 года. В 71-й серии турецкого сериала «Запретный плод» Эндер вместе со своим мужем рассказали Йылдыз о том, что существует некая американская организация, которая готова вложить большие деньги в производство в Турции. У Халита возникли серьезные финансовые трудности, и он не в состоянии оплатить залоговые обязательства. Все это может привести к тому, что у Халита могут отобрать дом и его компанию, в которую он вложил столько усилий. Забрав своих детей, Халит покинул свой дом и направился искать подходящее по деньгам жилье. Эндер заходит в кабинет к Шахике и говорит о том, что она пришла поставить конец ее работе, которой на самом деле нет. Шахика сильно удивилась и спрашивает у Эндер, неужели она решила затеять с ней новую войну. Эндер на полном серьезе просит Шахику освободить кабинет. Халит обращается к одним людям за помощью и говорит о том, что не просит у них денег в долг. Ему необходима работа, чтобы хоть как-то жить и содержать своих детей. Он оказался в таком положении, что даже врагам не пожелаешь.